Привет, дорогие зрители канала Минер СНТ, меня зовут Жека, и мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. И с нами наконец-то играет Колян. Всем привет! Че ты корёшь? Я приехал, я так рядом. Ага. Ну и вот, мы продолжаем заниматься нашим начальным делом, это снимать Майнкрафт. Да, я вот недавно узнал, что обновление, ну я знал то, что будет обновление. Только вот обновил сегодня игру, ну как, просто обновил давно уже, а не играл. Сейчас я знаю то, что можно обмениваться с жителем. Я где-то у одного видел, что 19 пшеничек можно менять на один из импов. Я сейчас вот их не собираю, 19 пшеничек. Сейчас этого чего надо найти. Я хочу просто проверить, и надо пойти дальше. Ага. Коляна, тут слышно плохо, как вы заметили, наверное. Здесь лава, ёпты! У него что-то просто с интернетом плохо. Интернет плохой. Но в скором времени, я думаю, это он исправит. Да? Я просто сейчас в саду. Родители тяжело. О, здесь зомбак откуда-то вышел. Жека, ты где? А я в доме ломаю все. А, все вижу. Надо жителя найти, где он пшеничку принимает. Там лава, Жека. Где я писал? Можно как-то. Два изумруда. На борзели. Два изумруда уже просто. Я голодный. Надо. Давай его побыстрее найдем и пойдем снимать внимание. Стой, Кран, куда пошел? Охереть, три изумруда за книжный шкаф. Да пошел ты, это грабеж. Ага. Ну так, ладно, пока, хоть этот нормальный. Один изумруд за семь этих. А, жареный курица. О, отлично, у тебя изумруд есть? Да, конечно, мне надо у этого чела, который пшеничку принимает. А, да, мы же играем в одиночной игре. Ну как, в одиночном мире. Угу. То есть, как бы я создал мир, а Колян на него смог подсоединиться. Да, тоже очень хороший апдейт такой. Угу. Я уже голодный, мне долго. Ладно, короче, пойдем, посмотрим. Сейчас я пшенички тут еще нарублю. Я то всю пшеничку ломаю, ладно? Да? Да, ну кстати, пока поднимусь, посмотрю окрестности. А, что-то у меня уже 4 сердечка. Че? Тебя там дойдет. Тебя там до половины дойдет, до половины. До одного сердечка. Иди в дом, в котором книжные шкафы. А, сердечко одно. Пол сердечка. Говоришь, сколько там пшеницы он требует? 19, да, где-то это. Я начал видел. Может, сгорел сволочь такая. Там просто один чел горел. О, это чё, маг, да? Вон, смотри, требует 8 изумрудов за это. Зао какая. Ага. Я там где-то кузнеца видел. У нас уже ночь. Охеритель. Ну да, темнеет потихоньку. Надо уже. Собираться. Это дверь как цепо поставлен. Ладно, пойдем. Короче, знаешь, куда иди? Я даже не знаю, как тебе объяснить. Где ты все ломал? За дом. Зайди. Где две? Погоди, а вот. Я тебя вижу. Тут смотри, сколько жителей. А, вот я про это говорю. Нормально. О, еще один. Короче. Какие торговцы. Пошли в дом, зайдем, я сделаю инструменты нам. У тебя есть чего делать? Да. Куда ушел ты? Чё ушел? А, курица. Два дерева, ну.
Чё, может, пойдем? Давай вместе сдохнем, да, заново. Нормально. Да все нормально, меня все устраивает. Погнали. А, пошли, 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 пошли. А, чё у тебя есть? Ты у меня опять поубоки. А вовсе нормально. Давай, заходи. О, жители ночью дома сидят. Да. Бить жителей! Бить жителей! Что, может, из них что-нибудь выпадет? А ёпта, долго их бить? Наконец-то! Нихера. Чё было? А, зомби к нам улица! Я знаю. Так. А, это не к нам. Это не к нам, пока не к нам. Если что, у меня запасной вход через стекло. Окей. Иди сюда. О, печка где? Ой, что-то у меня сильно звуки. Фак. Дай мне кирочку, я пойду церковь что-то сделаю. Не, не, не ломай, паук может пролезть. Так, сейчас. Дай мне кирочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, 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 погоди, погоди. Слышу, нахер разберу. О. Булыжник изменили по виду. Так. Ну, по-другому стало. Так, возьми себе два мяска. Да я поел, я хлеб сделал. А вон он куда долбится, сволочь. Он дверь почти сломал. Пошел нахер! А, здесь же когда это, долбанешь кого-нибудь, ну из мобов. Они сейчас злопамятные, и они идут не на противник, о, курица на крыше. Кстати, зомби заподобит. Сейчас зомби стали злопамятными. Ну, все мобы. Если ты его ударил, он только за тобой будет бежать, не то, кто рядом с тобой. Я знаю. Так, я тут разбираю пока что пол. Ты чё, я уже за церковь принялся? А, блин! Я просто спешу и упал. И просто смотрю, как зомби рубит этих. Здесь просто месиво. Убил его месиво, ты где? Я иду к тебе. Я на крыше, я крышу разберу. О, тут дом долбится. Ты чё, зомбак, тебя тут не ждали. Уйди. Вот так-то. А, вот так-то. Надо ночь переждать и дойти. Угу. О, шея! Так, сколько фонариков ты видишь? Чё? Надо фонарики, на фонариках же шерсть. И факел заодно. На фонарик. Да. Давай, да. Ломай вот. Там. Не, пока не ломай, пока ночь. Так, я забыл сделать. Мясо хало бегает. Бывает. Так, нет. Тебе зомби идет. Окей. О, здесь эндерняк. Эндерняшка. Так, опять они дверь долбят, а вы чё шутите? Ну-ка, здоровей с ней. Ко мне идут. Дерняшка. Дерняшка. Отличная идея. Лестница ломала стекло. Я ломал стекло. Смотри, сейчас будет эпический полет курицы с высоты 3 блоков. Ой, блин. Я ее убил. Я видел, я поднял мяско.
Я церковь разобрал, охерительно. Я прям мародер. Ага. Я тут разбираю что-то, какое-то здание. Напротив обычный церкви. Обычный, да, домик у тебя. Так, факел не надо ломать. Нахер. О, крипер. Крипирелла. Отлично, я всю церковь почти разобрал. Да вы что, дверь-то открыли? Вы что, люди? Ха-ха-ха, зомби мясорубит. Так, взял забыл. Я почти все это вырубил. Весь камень в своем доме. Тут. Зомби за жителем бегает. Я видел. Прикольно. Вот что мне не нравится в этом обновлении, это текстура гравия. Как тупо. Да, текстуру гравия изменили. Тебе пришли. Я знаю. Зо, два. Штука. Хвалили нахер! Я с крыши рублю. О, все, у тебя тут все эти закрылись. Я знаю. Я тебе помогу. Вот этот блок не ломай. Да пофиг, так, я уже всю эту сломал тут сверху, так что не ссы, можешь приступать к этой. Да вы охерели, стой же, ты там не ломай блок. Все, не ломай. Почему, чё? Пошёл нахер, это моё здание. Нахер. Мой дом. Ой. Пёрышком тебя, что ли, отрубил. Защекотать его. Так, я что-то туплю сегодня. Спать хочу, блин, почему? Дай мне меч. А то я запаялся его перышком щекотать, а все, я его убил. Надо валить. Скоро отсюда. Да забрался, пошел нахер вниз. Я его убил. Я жителя убил. Все, теперь тебя посадят в тюрьму. Мардерс один. Да. А! Кто в меня попал? Ты меня ударил. Я не знаю. Может, я. Случайно. Топорик есть? Есть. О, кинь. Сейчас. Бля. Камин. Пошел я домик убить. Размародорили. Побежали. Бедные жители. Без дома остались. Что случилось? Меня паук упал. Я его убил. Я прям глаза зверей. Да. Так. Все, почти церковь разобрана. У меня паутинка, целая паутинка. Жека, ты знаешь, какое это сокровище? Да, вообще. Еще сколько? 12 штук паутинок? Все, я богач. Я могу себе сделать кроватку. Ну, ты куда вошел? Я еще с собой дверь прихвачу. Так, все, ладно, я думаю, пора уходить отсюда, что-то мне тут уже не нравится. Сейчас я дерево докуплю. Ой, блин! Бум. Ты че, крипер? Ох, фак. Ха-ха-ха. Я предугадал этот бум. Ага. Ты где? А я тут пшеницу ломаю. Все, я пшеницу ломаю. Я 6 сломал. Бедные жители не смогут пропитаться в ближайший год. Ох ты, лава. Да, я тебе про нее и говорил. Ну что, все, пойдем? Я хочу на сумму эпической горе, которая у меня была в мире, и... Ай, херня-то что-то. Жека ко мне заходит, но он... Короче, интернета не позволяет.
Я вообще на демо сижу. Все, погнали, короче. Нет, уже надоело. Окей. Так, зацени, тут много глины. Подпрыгнул и опять в полублоке стоишь. Сейчас. Я полтела в земле. Я пока в бочках собираю. Засушим на зиму. Ага. Надо еще помочь. На. Так, говоришь, что? Подпрыгнуть, все. О, все, ты нам. На. Кто-нибудь ломай, на. Не, меч нужен, блин. А, или ты меня заставляешь работать? Да, работай, батрак. Че? Тебе говорю, работай, батрак. Это что? Ну, короче, батраки это те, которые работают на хозяина. А. Типа рабов, короче. Да, понял я. А ты сволочь, ты меня за... Сейчас ты хук с правой получишь. Че, испугался? Ты догонишь, не догонишь. Знаешь, какой у меня удар, как у Майка Тайсона? С кулака. И с ноги вообще-то. И с ноги, как у Брюса Ли, понял? Да ёпта! Знаешь, сколько я уже накопал глины? Не то, что ты, бездарность. Да, подумаешь, еду нам нашел. Ну да, вообще ненужная вещь. Тупо время сливаешь. Да? Тупой слив. Ой-ой-ой-ой. Я чуть не утонул. А, да, когда еще сделали, когда ты задыхаешься, у тебя пузырь кончили. У тебя когда жизни отнимается, ты назад не отлетаешь. Угу. Вот что хорошо. Вот что свинька. Свинька. Нет. А, что у меня насморк. Ну что, пойдем? Сейчас. Ты что нажимную плиту выкинул? Зачем она мне? Я глину собираю. Кувшинку! Кувшинку собирай! Ой! Пойдем отсюда! А ты погоди, да, я глину докопаю. Вон там тростник, там нормально. Да, я вижу. Там мы поселимся, да? Да. Ой, здесь пещера. А потом, я думаю, первое время там поживем, потом переедем в гору, хорошо? Ага, здесь пещерка, Жек. Окей. Я туда. Давай. Ой-ой-ой, птать! Вали! Иди сюда! Чё там, сколько их? Да я только это успел увидеть краем глаза. Двух лучников и вроде одного пика. Чё, пошли на войну? Не на жизнь, а на смерть? Да ну нахер с таким сетом. Пошли, 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 пошли. Сейчас вместе нырнём. О, смотри, тут тоже проход есть. Я знаю, там два. Ой! Вверх, вверх! Меня лучники обстреляли. Не ссы, сейчас мы вместе зайдем, двух лучников ушатаем. Там потому что материалов стопудово дофига. Стой, надо вот сюда вот. Да. Надо вот здесь вот проход сделать. Сейчас я проход сделаю. Да. Давай, я пока глину докопаю. Да ну нахер я лучше буду докопаю. Иди проход делай. Да ну нахер. Давай, давай. Я давай. Вот слышу еще зомби. Давай, 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 давай. Че ты слышишь? Мы вместе же. Мы же вместе туда нырнем и ушатаем их всех нахер. Ты подумаешь, у меня голод просто. Голуби меня. А, иди покушай. Чем? У меня еды нету. Ой, запрыгивай. Ой, зачем? Ты зачем это поставил? Запрыгивай на эти. Тут ходить удобнее. Подпрыгни. Все. Видишь, у меня какое пропитание? Нихера у тебя сколько этих. Ну-ка давай, надо ешь. Вот
Я-то еще здоровый. Так, значит, надо нырнуть. А... Так, тут откопаем. Отлично, уголь есть. Да. Это что сейчас за звук, интересно, был? Как будто вот он, это, херобрин появился. Знаешь, такие? Непонятные звуки какие-то. Да, что-то типа этого. А? Да какая-то херня, не звуки там. Но как будто тарелка инопланетянская пролетела. Я не понимаю, в чем прикол, что за звуки? Такие звуки раньше были, когда херобрин был вроде. Так. Ага. А ну нахер, буду гнилой котик пытаться. Ты готов? Нет. Да. Здесь уголь делается, ты чё? Я еще хавчик не доел. О, Надо вместе. Вали, Жека, я иду. Я не могу один, надо вместе. Давай, я со тобой. Давай, давай, давай. Наступаем в атаку. Зачем? Зачем? Все, окей. Рублю. Так, он убит, я за углем пошел. Хорошо, я пока до железа выдолблю. Охереть. Ах. Вот это рейдерская атака на них была. Вообще. О, сейчас же опыт выпадает из игры. Да? Только из железа не выпадает, да? Нихера. Нихера ты наглый. Очень маленький. Раньше такой плагин был. На серваке. Я тебе тут уголь поставил, иди выкапывай, я его обвел это. Булыжник, вот. Не, мне не надо. Иди копай, у меня места нет, на уголь пригодится. Тут пещера-то большая, слушай-ка. Глины сколько? Факелы есть, и глина у меня. А, раз, два, три, четыре. И полный, пять. И полный стак есть? Да, 37. На тебе 4. У меня просто 64 и 4. Сейчас я факелов наделаю. Давай. Пока этот факел возьму. Ставлю его вот сюда. Ох ты. Ай! Ушатал меня! Ну-ка получи, пакость! Ох, все. А, кирка сломалась. А, я ж прибьем. Так, тут у нас большая пещера какая-то. Там еще проход. Все. Серия, мне кажется, уже длинная, да? А? Я знаю. Ну, по-моему, она уже длинная. Потому что мы там снимаем-то еще с жителей. Так, ладно, что, с жителем учишься? А вот мы же здесь закончим и сразу же другую серию. Ну, наверное, так и будет. А здесь все здесь уже будет. Че, давай прощаться? Ща дамбу сделаю, погоди. Дамбу-то наверху надо делать, не здесь. Пофиг. Так-то выше делай. Так и выше тоже. Фак, она сейчас зальет всех. Мы утонем, мы все погибнем. Эй, ты что со мной делаешь? Это не я, отвечаю не я. Нихера, а кто это? Отойди. Отойди! Все. Так. А откуда ты еще оттуда льется? Все. А тут я заделаю. Все, отлично. Ну что ж, серия подошла к концу. Ага. С вами были Колян, Джека. Добавить 500 на новые видеоролики, ставить лайки, писать комменты. Также не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Что ж. Добавлять видео в избранные. Колян тоже все забыл, да? Ну, да. Пользоваться бесплатной системой скинов. Как же без этого, я уже все забыл. Так, да. Так...
Ты просто бездарное. Бездарное существо. Еще и беспамятное. Да. Дай мне эти факелы. Где факелы? А, докинул там. Вижу, спасибо. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.